Эта эпидемия разъедает Америку изнутри. Президент очень серьезно относится к опиоидному кризису. Парня взяли на границе. Курьера? Мы внедрялись целый год. Сейчас не время рисковать. Да, но у нас нет выбора. Наш препарат станет первым обезболивающим, не вызывающим зависимость. Что, черт возьми, происходит? Все области, отвечающие за зависимость, загораются. И на 10-й день они умирают. Я ищу своего сына. Вы знали, что у него проблемы? Какие? Ты хочешь, чтобы компания Northline убрала с рынка свой сверхдорогой препарат? Для тебя последствия могут стать более чем неприятными. У тебя есть план? План? Сказать правду. Осторожно. Если парень вдруг захочет рассказать, на кого работает, нам всем не поздоровится. Они придут за тобой. Но то, что ты затеял, станет самым большим достижением твоей жизни. Ты сделал моего сына наркокурьером? Это величайший кризис в здравоохранении со времен табака! Это не наша проблема. А чья тогда? Нельзя идти на сделку в одиночку. Мы должны закончить то, что начали. Ты думаешь, мы здесь зачем? Что-то изменить? Мы найдем тебя в любой точке планеты. Время на исходе. Последний шанс.